Ребятки, еще раз говорю, стрим будет в 9 вечера на моем втором канале по ссылке в описании. Прямо сейчас подпишись и прямо сейчас нажми на колокольчик. Ну что, друзья, снова, это у меня самый такой геморный проект, это основной аккаунт. Я всегда пытаюсь сделать видос на этом аккаунте, когда я апаю какую-то арену, либо там тестирую какую-то колоду. И на самом деле бывает очень много трачу времени перед тем, как записать ролик. Да, у меня на ролике там 3 онлайн-катки в основном, 10 минут видос, без монтажа, без ничего, казалось бы, что там записать. Но иногда, ребят, порой, честно, я трачу очень много времени, и на данный момент я уже сижу, ну, где-то 1,5-2 часа, может, это вам покажется немного, но я до этого еще записывал ролик, я думал, что гораздо быстрее запишу этот видос. Короче, хотела поднять 5500. Не хватило, блин, пару атак, как всегда слился, но зато, знаете, я подобрал несколько интересных дек для себя в процессе этого, съемки этого ролика, и один повтор попадет в TV-рояль. Думаю, что на днях будет выпуск про мой личный TV-рояль, там реально очень был крутой поединок. Вот, в общем, вот такую вот колоду взял, ребят. На самом деле, 3-9 элика с мушкетерами, со свинками интересно играть, и я предлагаю сейчас пойти в онлайн-катку. Показать вам, что вообще происходит сейчас в глобале на этих кубках, потому что, блин, вечно вот так вот остается там парочку онлайн-каток, либо одна онлайн-катка до какой-то лиги, до какой-то арены, и тебя начинает поносить, тебя начинает сливать, ты просто реально, тебя уносит вдаль, ты не можешь вернуться назад. Видите, как я метафорами начал разговаривать. Ну, короче, правда, я не знаю почему, но вроде бы уже много времени прошло, ну, типа, топы уже поднялись высоко, да? Типа, 5500 должно быть, по идее, легко. Но хрен там был. Ага, еще iPad сейчас разрядится, отлично. А что это было с варварской бочкой? Это, типа, мисклик, да? Окей, поехали. Кабаны, кабаны, кабанчики. Давай, выкинь что-то возле этого. Эх, ладно. Фаербол. Скорее всего, это что-то с тремя мушкетами. Очень похоже, очень похоже. Вот до этого играл против трех мушкетеров. До этого играл против трех мушкетеров. И, короче, друзья мои, вообще там тоже затащил так на рандоме. Так, слушайте, аж пека теперь до левую сторону идет. Я думаю, что там три мушкета. Вот, я не знаю, конечно, что по заклинаниям. Да. Так, хорошо. Окей. Так, стражи. Ну, в принципе, было ожидаемо, что там три мушкетера. Сдохни! Ах, один мушкет выжил. Повезло тебе, повезло. Ну, я все равно задефал вроде как, да? Я не буду дефать последнего мушкета вот этого. Да, он две тычки сделает. Ну, ничего страшного. Так, хорошая игра, мне говорит Атила Летарк. В принципе, я с ним как бы спорить не сильно хочу, потому что мне кажется, что отчасти он прав. Но ведь правда отличная игра? Ну, ребят, ну как тут не зачесвешиться? Ну, правда, ну отличная ведь игра. Тихо, ты чё? Ты чё бузишь? Всё. Оставляем. Так. Ну что, поехали, да? Поехали, чё? Я не знаю, чё, его надо контрить, этот сборщик эликсира? Не надо вообще. Да давайте кинем на сборщик эликсира, короче, фаер. Хоть и он не должен был от него профита получить, но это, конечно, если бой не перейдет в внезапную смерть. То есть, по-моему, профит от сборщика... минута 20. Вот тогда есть профит, мне кажется. Ой, не мне кажется, а вроде так. Вроде так. Так, здесь давайте. Оп. Здесь бревно. Тихо. Тихо. Так, хорошо. Здесь... А, блин, охотник не нужен был. Охотник не нужен был. А что он так мечется, я не понимаю. Неужели он рассчитывает, что рыцарям и лучницами он снесет мне вышку? Я не понимаю. Так, о, охотник там, кстати, тоже неплохо так раздал. Вроде как и сложно, вроде как и легко, да? Вот как-то так. Непонятно. Ну все, это победа. Фух, чистая победа, заслуженная победа. Вообще на изи. Ну не плачь ты, ну все у тебя получится когда-нибудь. О, видишь, успокоил его, сразу улыбаться начал. Потому что не теряйте надежды, верьте в себя, у вас все будет хорошо. Поехали. Следующий поединок. Маномекс. Кобраз армии. Как вам мой английский, да? Сплит. Ау-е! Ау-е! Блин. Ну охренеть. Так, окей, кабаны. Кабаны, кабанчики. Так. Ну, голем в основном там с молнией, с пойзеном, да? Вот. Ну, друзья мои, я не знаю.
Я не знаю, честно, не знаю. Давайте всех мушкетов в одну сторону. Хотя вот один все-таки уйдет налево, да? А нет, нормально, нормально. Сейчас чувствую, смотрите, сейчас прилетит что-то. Сейчас либо молнией долбанет, либо фаером. Ничего не летит. Удивительно. Удивительно. Так, попробуем, короче, сделать секретный ингредиент. Не получилось. О, это три мушкетера. Как же мне везет на вас-то, елки-палки. Сука, а чё ты не сдох? Блин, последний мушкетер прям вот выбесил меня. Стоп, а у него там был сборщик или не было? А, там печка, вот оно что, вот оно что, вот оно что. Ну нет, нельзя, нельзя пропускать, ни в коем случае нельзя пропускать. Закидываем королевских свиньей, короче, поросяток закидываем. Они сейчас печечку забирают. Печечка уходит. Так, теперь. Ну, что мы выяснили? Что, походу, у него нет тут тяжелых заклинаний. Преимущество, да? Да. Но! Какого? Уя на меня три раза подбирают трех мушкетеров. Это третий поединок подряд с тремя мушкетерами. Где я так нагрешил? Что я не так сделал? Я вам сейчас покажу свои поединки. Это третий поединок уже с тремя мушкетами. Ну и что? И что это? И что это значит? Это значит, что я должен испугаться, да? Это, типа, мне надо бояться? А страшно-то, слушайте. Страшно. Так, хорошо. Ну. Что вообще произошло? Где мои юниты, сука? Бесит. Давай печку, ставь печку, ставь печку. Я уже приготовил фаербол на тебя. Ага, угу. Окей. Так, окей. Так, тихо. Нет, мушкетер, не агрись, пожалуйста. Сдохни побыстрее, ты сдохни! Ну вот, в принципе, так, ребят, я и проигрываю. Так, давайте здесь бревно. В принципе, осталось, что там осталось-то? Фаербол кинуть я затащу, да, она вообще на изи. Да не плачь ты, блин. Все будет у тебя хорошо. Не, ну он бомжара, знаете почему? Потому что у него нет эмодзи нормальных. Он использует до сих пор стандартные эмодзи. Но он бичуган. Я сейчас не хотел обидеть тех, у кого нету нормальных эмодзи. Но он бичуган. Ну вот реально, он ну не мог бы и не выделываться вот это своим смайликом в конце. Типа, ну вот смотрите, ребят. Вот раз три мушкетера, вот два три мушкетера, вот три мушкетера. Три мушкетера, а? А? Как вам, нормально? Поехали дальше. У меня бомбит. Меня немножко бомбит, но, знаете, это такой лайтовый бомбеж, то есть у меня и бомбит, но я и сдерживаю себя. Я пытаюсь, не знаю, как-то вот веселиться, хорошо, все хорошо, хотя внутри, блин, пылает так, что мама не горюй. Но я все равно сдерживаюсь. Так, стражики разделяем, два направо, один налево. А теперь также точно только наоборот, с мушкетерами. Армия скелетов, нихера себе, что это за поворот такой? Тихо. Вперед, голем вперед, давай, ты сможешь, ес бой, так, Валька. Но Валька задефал, ага, это трим, это королевский гигант, как же не догадался. Кабаны вперед, в полный вперед, тихо, ну не иди вперед кабанов, хотя стоп, если они подвинут его... Если они его подвинут прям к вышке, то он бы дохера урона нанес. Я еще не видел охотника, чтобы он впритык вышку дамажил. Фаербол плюс бревно. Неплохо. Но он, наверное, забыл, что у меня три мушкетера. А я, наверное, вспомнил, что у него валькирия. Все нормально. Дэвид, а ты, сука, такой, знаешь... Они, да еще та, короче. Не, ну вот как можно было и валькирию, и фаербол, и бревно, и зап, наверное, еще взял. Хотя это ж королевский гигант... Ну, армия скелетов, конечно, меня поражает. Ладно, делаем тот же самый сплит. Так, теперь надо подумать. Тысяча инферно еще, да? Так. Па-па-ра-па-пам. Наверное, сюда, короче, ледяного голема. Так, окей. Так. Мега-миньона законтрим копейщиками. Так, и, в принципе, закинем... королевских свиней. Ну, по идее, он опять бревно фаер. Потому что ему по-другому никак не задефать. Блин, и вообще ноль урона. Вообще. Ну, давай. Кор-гиганта. Все, тут стражи.
Тут стражи, блин, и я не могу после байта на фаер выбросить спокойно трех мушкетов на одну сторону, потому что валькирия там есть. Блин, вот как он так запаковался, что он при любом раскладе, ну, в выигрышном раскладе он все равно остается. Я не понимаю, как так вообще возможно это все вообще в этом мире, а? Так, ладно. Ну давай, мега миньона он походу сейчас, да, кинет? А не, это нет. Так, ну дай фаер, дай фаер. Ну, нету фаера, ладно. Три мушкетера. Смотрите, смотрите, что мы сделали с Коргигантом. Вообще просто без шансов его, да, нагнули. Так, попробуем, короче, разделить свиней по разным сторонам. По разным сторонам. Тут бревно. Походу, у кого-то... Тихо, блин, какие 5%? Ты чё, я что, уже 10% просадил? Так, ну неплохо, да? Короче, вроде как бы его развели такие, знаете... Вправо, влево, оп, и все. И он, короче, запутался, что ему делать вообще, что ему, что он хочет от этой жизни вообще. Так, минус Коргик. Да что ты, блин, успокойся, все хорошо у тебя, блин. Еще не все потеряно. Смотри, сколько, 1300 хп у меня осталось. Так. Ну, сука, свиней не кинешь ты, блин. Не кинешь-то свиней. Не кинешь. Разделяем. Слушайте, я его буду фаерболами добивать. Пошел он в пень. Смотрите, предикт. Предикт, отлично. Так, бревно, да? Окей, копейщики. Королевские поросята. А ну, королевские поросята. Фаербол, а бревна-то у тебя нет, да? И свиньи сейчас, наверное, же должны как бы дойти, но хера с два. Окей, а как тебе вот так вот впритык сходу на... А, как тебе это? Как тебе это, а? Без фаербола-то трудно дефаться, да? Трудно, падла, дефаться. А ты сейчас захочешь кинуть валькирию, да? А я-то тоже не дебил. Я же сразу же смотри, вот так вот. Предиктим. Предикшн, сука. Ой, тихо. Все хорошо. Надо крутиться. Крутимся. Ой, да не так же надо крутиться. Надо крутиться до фаербола, да? Да, пацаны? Все. О, все, я его выиграл, хорошая игра, пошел ты на... Я не смог взять 5500, но зато вот так вот такие вот онлайн-каточки я вам показал с такой вот колодой. Я пытался, я не смог. Но осталось не так-то много до 5500. Ну и 5500-то меня тоже не устраивает. Я хочу 5800, я хочу 6100, а еще 11 дней. Поддержите лайком, подпиской, колокольчиком. И подписывайтесь на канал, который в описании под этим роликом. Там этот канал со стримами. Все, пацаны, удачи. Жду вас сегодня на стриме. Стрим будет на втором моем канале по ссылочке в описании. Не забудьте прийти. Ребятки, еще раз говорю, стрим будет в 9 вечера на моем втором канале по ссылке в описании. Прямо сейчас подпишись и прямо сейчас нажми на колокольчик. Пока.